Как же это? Что случилось? Что случилось? Кто будет ходить по улицам в комендантский час, подвергает себя риску быть расстрелянным. Мама, наш дом. Я хочу домой. Ну вот и все. Приехали. Пошли вон отсюда! Стеценко хотел их украсть. Угу. А мы? А мы не дали. Это народная собственность. И что мы будем с ними делать? Восстановим музей. Все вернется на свои места. Это еще цветочки. То ли еще будет. Уж так мы нагрешили. Вот она кара и пришла. Братик, я же тебя очень прошу. Ты же мужчина. Кругом война. Мама ушла и никак не вернется. Стоять! Дети ее где? А? Где ордена? На столбах висят объявление, что она партизан. Слушаться меня будешь? Нужно, чтобы немцев кто-то в городе отвлек. Где твой мать и сестра? Мы ничего не скажем! А мой брат и моя мама. Я все равно пойду с вами или без. Лес всегда помогает тому, кто его слышит.